Всем привет! Мне пришла посылка из интернет-магазина «Лабиринт» и спешу похвастаться. Так, книги у меня расположены так пирамидально. Сверху самая маленькая, и чем ниже, тем больше формат. На самом верху у нас Нил Гейман. Не смотрите на обложку, это не пыльная, просто она в такой индивидуальной упаковке прозрачной, которую я еще не порвала. С американскими богами у меня особое отношение. В первый раз я прочитала их еще, наверное, в возрасте 14-летнем или как-то так. Прошу прощения, тут скайп бздит. Вот, у меня правило. Значит, если я прочитала книгу, и потом мне хочется ее перечитать, я ее приобретаю в бумажном натуральном виде. Хочется ее перечитать очень-очень давно. И я все-таки, наконец-то я ее заказала. У меня есть в библиотеке формат такой очень компактный. Посмотрите, в сравнении вот с остальными книгами, она вот такая очень... Почти формат 5, только несколько больше. Очень будет в руке лежать. Удобно, наверное. Заранее очень-очень ее люблю. Далее у нас Бориса Акунина, это его новинка, как я понимаю, называется «Нечеховская интеллигенция. Короткие рассказы о всяком разном». Ничего пока сказать не могу, потому что еще не читала. Далее у нас Элизабет Гилберт «Происхождение всех вещей». Автора я открыла для себя сравнительно недавно. Начиная с книги «Есть мои лица любить». Совершенно гениальная вещь. Радж Гудрапали из «Теории большого взрыва» абсолютно правильно говоря, что эта книга может изменить вашу жизнь. Потом была у меня этого же автора книга, кулинарная книга моей прабабушки, изумительная тоже вещь. И, в общем, я в нее влюбилась, в Элизабет Гилберт, и решила заказывать все, что она напишет. И вот очередная ее вещь. На самом деле, я даже не знаю, кого сначала читать, Гилберт или любимого Акунина. Или Гилберт, или Акунина, или Гилберт. Блин, посоветуйте. Следующая книга не для меня, хотя я ее тоже прочту в свое время. Дарья Донцова. «Омлет добра». Это сказка. Главный герой, который собаки. Вот, на самом деле сказала ее совершенно случайно. В «Лабиринте» есть такая категория книг с автографами. Ну, я ее просматриваю, думаю, может, кто попадется из читаемых. Смотрю Донцова, который обожает моя мама. Думаю, надо брать. Вот, и, собственно, большая ошибка, что... Очень жаль, что она подписала ей на мое имя, на имя заказчика. Потому что подарю я ее маме на Новый год. Вот, не удивляйтесь, что я так рано ее заказала. В том году я вообще в сентябре подарки приобрела. Вот такая открыточка, приложена Донцова с ее мопсами, с ее собаками. Ну да, здесь только мопсы. И сзади просто чистое место. И вот в социальных сетях, где можно найти. Вот такой достаточно большой формат. Собственно, это было все. Мега короткое видео. У меня еще спешу поделиться радостной новостью. Сегодня пришли первые результаты ДНК, которые делал в геологических целях. То есть будет еще новая информация. Если вы хотите узнать мои впечатления, как все это происходит, то оставляйте свои запросы. Я непременно сниму видео, но, скорее всего, тогда, когда мне пришлют полную информацию по моей ДНК. Вот, на этом все. Всем добра. Ну и до скорых книг. Пока.